Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня представляю новинку из каталога номер 4. Это тушь 360 градусов с эффектом накладных ресниц. Она дает панорамное прокрашивание ресничек, удлиняет их, делает глазки раскрытые, распахнутые. Она ухаживает за ресницами, делает их блестящими. А самое главное, она подходит для обладательниц чувствительных глаз и для всех, кто носит контактные линзы. Давайте посмотрим на эту тушь вблизи. Тушь придется вам запечатанная в пленочке, вы ее вынимаете, смотрите, как она устроена, то есть она может быть просто прямая, а можете вот так самой же с самим флакончиком двигать куда вам нужно, вот так вот сдвинули, с краешку снимите остаточки туши, чтобы было удобно прокрашивать, потому что именно вот этот кончик, он сверхточный, для точечного прокрашивания идет. Кисточка очень удобна, и обратите внимание, это максимально ее изгиб в ту или иную сторону, то есть вот так мы колпачком разворачиваем, вот такая у нас прекрасная тушь. Ну а сейчас давайте накрасим один глаз, чтобы вы увидели, есть ли разница и как эта тушь проявляет себя в деле. Я сразу же изменяю угол наклона, потому что мне очень удобно держать тушь именно вот таким образом, и прокрашиваем первый слой, буду работать с правым глазом. Смотрите, как мне удобно подбираться к ресничкам, даже тем, которые в уголочках глаз. Я просто чуть-чуть меняю угол наклона и прокрасила даже свои реснички, которые тут всегда еле-еле заметные, а сейчас они сразу выделились. Первый слой готов, можно тут же перейти к нижним ресничкам. Такой удобный кончик для сверхточечного прям нанесения, сверхточного. И набираю тушь второй раз и буду делать три слоя. Смотрите, как вращательным движением нужно набирать тушь на кисточку. С кончика снимаем сразу излишки. И забыла самое главное, изгиб. А можно развернуть руку в эту сторону и вот так вот работать зеркало. Но так мне удобнее. Второй слой, тут же нижний. И набираю быстро тушь еще раз. Делаю третий слой. Я никогда не жду, чтобы тушь совсем высохла. То есть она должна немножечко быть еще эластичной, чтобы, не забываем сгибать кончик, чтобы легче наслоение шло. Даже уже два слоя, мне кажется, очень хорошо выглядят. Тушь снимается любым средством, мицеллярной водой, средством для снятия макияжа, гидрофильным маслом. Не нужно специальное какое-то средство, то есть любым привычным методом. Вот. И нижние реснички. Вот такой получился результат. Конечно, когда на камеру крашу реснички, они не получаются такие вот прям идеальные, но в любом случае вы видите, какой эффект. Можно пальчиком чуть-чуть их подогнуть. И готово!
Рекомендую тушь попробовать. Мне кажется, она у многих станет любимицей, особенно у тех, кто любит тушь 5 в 1 или тушь с эффектом накладных ресниц. Это тоже тушь просто супер. До новых встреч! Буду рада вашим комментариям. Всего доброго!